Здравствуйте, дамы и господа. Привет, Олег Зубков. Получили у тебя заявление, читали всем отделом. Короче, я что хочу сказать. Вот, Зубков, честно говоря, до сегодняшнего дня я думал, что ты чуточку умнее. Вот реально, думал, что ты все-таки осознаешь, да, что бессмысленно писать какие-то заявления, да, что результата никакого не будет. Ребят, Зубков пишет на меня заявление, на видеоролик, который опубликован был 1 июня. И назывался «Олег Зубков оправдывает фашизм». Где я привожу цитату его же собственных высказываний. Где он говорит о том, что даже фашисты во времена Великой Отечественной войны не позволяли себе вести себя так, как сейчас вот ведут себя в Крыму власти. И это не дословная цитата, но примерно такое. Потом та же самая информация была в блоге опубликована. И не знаю, ну вот реально, вот когда вот прям читаешь вот это все и думаешь, что ты хочешь вообще? Что тебе надо? Ты что хотел вообще этим заявлением? Он меня обвиняет в преступлении, что я там оправдание фашизма. Зубков, это твои собственные слова. Я цитирую твои собственные слова. И задаюсь, вот ты про фашистов сам лично говорил. Затем был прямой эфир. В прямом эфире я те города Николаев, Киев, Одесса, которые он приводит в пример, где якобы не трогали зоопарки и очень бережно относились к животным, я читаю статью, написанную Сазар. Сазар написана статья, в которой, не то что статья, это исторические факты, в которых описывалось, как жестоко обращались с животными, что бомбили зоопарки, что краснокнижных редких животных увозили в Германию. И я об этом рассказывал в прямом эфире. Ты на что заявление пишешь? Более того, в заявлении написано там целый абзац за сурмейка, что там есть такая плохая сурмейка Юлия Витальевна, которая очень плохо про моего адвоката говорила, обижала моего адвоката, позволяла себе разные нелестные. Зачем ты это в моем заявлении указываешь? Чтобы что? Опять в очередной раз показать, какой ты несчастный, бедный, и тебя все травят со всех сторон? Или что? Ты же понимаешь, что это вторая часть, это не дело частного обвинения. Тут нельзя пойти просто в суд подать. В любом случае это будет проходить через участковых, прокуратуру и все остальное. Дискету, ребята, дискету приложил. Не флешку, не портативный жесткий диск, а дискету. Диск CD или DVD диск там положил. Нотариально ничего не заверено. Сделаны цветные какие-то ксерокопии, скриншоты незаверенные. Зубков, ты, если ты хочешь со мной увидеться в суде, ты же увидишься со мной все равно 26 сентября, только являйся на судебные заседания. Что за страсть такая к вот этому цирку, к вот этим вот бессмысленным, необдуманным заявлениям? Тебе что, реально заняться, что ли, нечем больше? Ой, боже мой. Там что-то листов на 20, наверное, заявление написано, паспортные данные свои, там в эти скриншоты приложил, скриншоты моей страницы с названием ролика, плохого качества, кстати говоря, но цветные, там захватом всего вкладок, там каких-то рядом, столбик там рекомендованных видео. Зубков, ну нотариус есть, заверяй видеоролики у нотариуса, если ты хочешь до суда довести, чтобы как-то это все надежно было. Что, мне тебя учить, что ли, надо? Или Петросян опять с тебя деньги взял, а сделал все так? И так сойдет. Тебе не кажется, что у тебя вот это окружение, которое вокруг тебя осталось, они вытянут с тебя последнее? Все последние твои остатки денег, нервов, терпения и всего остального. Тебе не кажется, что тебя просто используют? Олег. Ладно. Что ж, пытайся. Ну, если уж так хочешь в суд, я же тебе говорю, давай 26-го увидимся. Я надеюсь, зрители меня поддержат. Мы соберем на дорогу, на машинку эту несчастную. Там меня и выписали уже из дома, там и все уже. Там одни проблемы у меня, Зубков. Скоро ты меня победишь.
победишь по всем фронтам меня скоро, и все, я тебя оставлю в покое. Ты на это надеешься, что ли? Да я тебя из того света достану, Зубков. Из тюрьмы буду ролики записывать. Звонить тебе буду по ночам на твои телефоны. Так что не думай, что так легко от меня отделаешься, или я там испугаюсь. Ребят, пишите свое мнение в комментариях. Подробно, если хотите, потом в прямом эфире поговорим. Всем хороших выходных, хорошего настроения. Всем пока.